Девчонки, всем привет! Сегодняшнее видео будет такое приглашение пообщаться со мной в разных социальных сетях. Дело в том, что в принципе у меня есть некоторые подписчицы, с которыми я общаюсь не только на своем канале, но и в соцсетях, поэтому чтобы у нас был такой интерактив, мы больше узнавали друг о друге, делились какими-то своими секретами, впечатлениями, не только о косметике, и вообще, можно сказать, о жизни. Поэтому приглашаю вас, девочки, в мой твиттер. В принципе, там я частенько что-то пишу о себе, выкладываю какие-то фотографии. И вообще твиттер довольно неплохая такая интересная платформа. Там есть многие девочки наши бьюти-блогеры. И часто, когда девочки не могут снимать видео, можно по твиттеру какие-то проследить обновления их. Так что рекомендую вам присоединиться. Давайте будем общаться в твиттере. И также я зарегистрировалась в такой социальной сети, как Спрашивай.ру. Слышала о ней уже давно, и вот как-то меня заинтересовала она в последнее время. И я там зарегистрировалась. И, в принципе, если вам интересно, вы можете задавать мне там вопросы. Мы можем также с вами там общаться, неважно, анонимно или нет. Так что также, если вам интересно, заходите, присоединяйтесь. В принципе, даже не обязательно регистрироваться, чтобы пообщаться там. Ну и, конечно, в нашей группе бьюти-блогеры YouTube, ВКонтакте. Я тоже буду рада там с вами увидеться, пообщаться, поделиться какими-то своими впечатлениями. Заходите ко мне на блог. В блоге я, правда, не так часто пишу посты, к сожалению, сейчас у меня очень мало на это времени, но, в принципе, там есть кое-какие полезные записи. Также, если вам интересно, обязательно заходите, посмотрите. Вот, в общем-то, и все, что я хотела сказать. Постараюсь после каждого видео оставлять ссылки на свои соцсети, чтобы вы могли к ним присоединяться, и мы могли общаться там с вами. А вот, в принципе, и все. Спасибо вам за просмотр. Оценивайте, комментируйте, подписывайтесь. Пока!